я знаю, что я ужасно выгляжу. Но вот, о чем мы сегодня? О чем это я? Я для вас даже чаек приготовила, вот. Вы себе тоже готовьте чай там. Во-первых, я очень хочу не промолчать, а все-таки принести соболезнования вчерашнему происшествию, авиакатастрофе, которая случилась в Тегеране. Вот, украинских авиалиний, МАУ. Вот, сейчас об этом говорю, потому что весь день вчерашний я думала только об этом. Мне не все равно. Я буду вещать сегодня о том, что чем отличается украинский народ от польского народа. Я всегда хотела об этом поговорить. Мне просто интересно, что вы, допустим, на этот счет думаете, чего же отличается наш народ от польского. Вы знаете, всем, как по мне, всем. Сколько бы я раз не приезжала в Харьков, сколько бы я вот не была вот дома в Украине, даже не только в Харькове, я всегда замечаю эти отличия, всегда замечаю отличия в семьях, в воспитании детей, просто в решении каких-то проблем. Люди по-разному видят это все. Да, менталитет отличается, конечно же, отличается менталитет. Вообще вот вопрос, да, какой народ мне нравится больше, украинский или польский? Ребята, я скажу, что украинский однозначно, даже если мы немножко уже так падаем духом, у нас все люди уже, я не знаю, во что они верят, в кого они верят. Надеяться не только на себя всегда. Когда я ехала сюда, я даже на секунду не думала, что, возможно, будет такая ситуация между Украиной и Польшей. Я не думала, что это две такие разные страны, что настолько разные люди, какое отношение к нам здесь. Я, когда приехала в Польшу, я старалась громче разговаривать на русском языке, потому что я всегда, приезжая за границу, в любую страну, в Польше я первый раз тогда была, но вообще, приезжая за границу, я всегда пытаюсь громче говорить на русском языке, чтобы все услышали, что я вот, ну, что я русскоговорящая, что я вот из Украины. Мне нравится то, что я оттуда приезжаю, мне нравится то, что я там родилась, живу. Я просто горжусь этим, правда. Я нереально люблю свою страну. Все семьи Украины плюс-минус одинаковые. Знаете, есть просто каста людей обычных, да, которые живут в спальных районах, в панельных домах, там ходят себе на работу, зарабатывают свои 7 тысяч гривен, на маршрутке доезжая до этой же работы и обратно, забирая ребенка с садика, со школы, приходят домой с пакетом из АТБ и садятся ужинать. Это, ну, обычная семья, и мне, ну, в принципе, да, вот этот вот расклад тоже подходит. То есть в этом есть какая-то такая, ну, такое какое-то даже счастье, я бы сказала. Потому что, на самом деле, я думаю, они рады всему, что у них происходит в жизни. Есть вторая каста людей, конечно, которые очень творческие, эмоциональные, саморефлексирующие, умные люди. Вот. Я не говорю, что те люди, которых я до этого назвала, они тупые, глупые или как-то еще, но они просто не заморачиваются, все. Они не заморачиваются с вот этими всякими копанием в себе, там, или разбираться глубже в какой-то проблеме, или как-то, ну, не парятся. Они счастливые люди уже и так, потому что они, ну, возможно, там, ну, им это не надо им это. Все, у них уже, по сути, там жизнь устаканилась, стабильность, зарплата, дети, все, как они, в принципе, предполагали, хотели, да. Но вот эти люди, которых я назвала вторыми, которые очень творческие, понимаете, вот в других странах, да, городах я редко встречаю таких людей, но у нас их все больше и больше, в основном это молодежь, естественно, которые хотят добиться большего, да. Типичная украинская и польская история. Ой, да ладно, кафешка-то нормальная. Кума, та шо, ты Виталика не узнала или шо? Алло, Наташа? Наташа, ну я в маршрутке еду, ну подожди, у меня сумки тут, я не могу разговаривать сейчас, Наташа. Любимая, что купить?
Слышишь, кум, вайбер открой, я там тебе фотки поскидывала, Лена. Знаете, в маршрутках очень часто можно встретить таких людей. Да, в принципе, я рада таким людям, блин. Ну, мне интересно за ними наблюдать, они просто очень смешные. Здесь такого нет, здесь нету Ленки, Наташки, любимой там, еще что-то. Поэтому, вот, да, это еще одна из причин, почему мне нравится Украина, почему я люблю стоять. Я не люблю стоять в очередях, нет. Просто, когда ты стоишь в какой-либо очереди, в магазине, там еще что-то, они всегда шутят, они всегда что-то как-то, или они конфликтуют, или они начинают сраться, естественно, да. Что ты, Наташа, постружила уже крабовый? Да не, знаешь, я что-то, в этом году я купила, конечно, палочки крабовые, но они у меня лежат так, я оливьешку сегодня сделаю, а завтра, подумаю, может быть и крабовый, ну не знаю. Это, мне это нравится, честно, я вот стою в каких-то, да, магазинах, вот этих магазинах, не супермаркетах, не каких-то больших, да, а вот такие маленькие продукты там написано. Ну и там стоит одна продавщица, очень малый, маленький выбор каких-либо продуктов, но они все же есть, и я не знаю, свежие ли они. Да, все свеженькое, все сегодня привезли, девушка, посмотрите. А поляки наоборот, вот, да, часто украинцы, которые приезжают сюда, они слышат типичные фразы, типа там, после каждого предложения, не, не, сейчас пенсна погода, не, или там, утро, яды на вакансии, не, цо. Вот это вот, и мне лично из-за этого кажется, что все их фразы, они однотипные, одинаковые, все слова ничем особо не примечательные, обычные, да, нету никаких вот таких у нас, вечно хотят повыпендриваться, да, в каких-то компаниях, в каких-то кругу друзей, умные люди, которые собираются в каком-нибудь, я не знаю, там, в ресторане, да, хотят там выпендриться, поумничать, какие-то словечки там повставлять между предложений. Просто хочу вам донести, да, хотя бы хоть какой-то кусочек вообще своих мыслей, какой-то кусочек мнения, что все у нас будет хорошо в стране. Возможно, какими-то горками мы вот так вот идем, то вниз, то вверх, то вниз, то вверх, и нам покажется, что все очень плохо. Все очень плохо у нас, но мне настолько жалко людей, которые приезжают вот сюда на заработки, готовы на все абсолютно, бросают свои семьи, да, на какое-то время, на полгода, на год, да, приезжают потом с деньгами. Обидно, то, что почему другой народ себе может позволить остаться в своей стране, со своей семьей, быть счастливым вот в своем доме, подняться в своей стране все-таки, да, и вот жить как-то счастливее. Мне кажется, это у нас в голове. Хорошо, у нас непростая страна. Я тоже сторонница, по крайней мере, сейчас того, чтобы после учебы вернуться, все-таки взять себя в руки, подумать своей головой и подняться в Украине. То есть достичь чего-то в Украине, это намного сложнее, намного затратней, намного больше нервов уходит, да. Это, конечно же, проще поехать сюда на работу, делать какой-то тяжелый труд. Я понимаю, у каждого очень тяжелая в жизни ситуация, деньги нужны абсолютно всем, без денег мы не видим вообще никакой жизни, без денег мы несчастны, это правда. Ребята, нужно хотеть очень сильно эти деньги, чтобы попробовать что-то, как-то выбраться из этого всего. Выход есть всегда, главное мечтать. Можно даже не иметь какого-то плана, конкретных действий, но просто верить в то, что будет все в порядке, этого уже достаточно, чтобы достичь чего-то в своей же жизни. Чтобы научить детей своих достигать, да, во всех жизненных ситуациях, во всех сложностях, в какой бы ты стране ни жил, достигать своих высот. Успеха. Понятие успех очень такое относительное. Может быть, и вы считаете, что успех – это зарабатывать. Вы живете счастливо со своей семьей, со своим мужем, со своими детьми. Да? Ходите на совершенно обычную работу, но, тем не менее, у вас есть какие-то интересы, хобби, у вас есть желания, у вас есть мечты. Вы путешествуете, вы откладываете деньги, вы просто живете. Возможно, это и есть успех для вас. Для каждого он свой, понятное дело. Ребята, спасибо вам большое. Я вам желаю
вообще всего самого хорошего. Я вам желаю найти себя, расширить свои границы, больше мечтать, путешествовать, поспокойней быть. Очень большая суета у нас сейчас из-за всех этих ситуаций, из-за всех работ, из-за денег, из-за проблем, куча проблем, проблем, проблем. Но мы даже иногда не смотрим вверх, то есть забываем вообще дышать. Ребята, не забывайте дышать. Все будет хорошо у нас. Посмотрите вон вечерний квартал себе как-нибудь на досуге, все посмеетесь, все будет в порядке. Всем зарубежчанам, которые приезжают, всем студентам, которые приезжают, всем людям украинским, которые находятся в Польше, и просто украинскому народу, которого я нереально сильно люблю, всех людей абсолютно, даже если они такие стервы, даже если они такие иногда сволочи бывают. Но я их понимаю, по крайней мере. Ряд поляки, як найбарджей, всичко буде в пожонтку, всичко найліпшего для вас, да? Люблю, люблю очень вас, украинцы мои любимые. Все, пока-пока.